Роснефть класс и место силы и знаний для тех школьников, кто знает свой путь и в дальнейшем мечтает работать в компании Роснефть. Истоки таких классов лежат еще в 2014 году. Тогда в Новом Уренгое Роспан Интернешнл впервые открыл профильный класс по корпоративной программе «Школа, вуз, предприятие». Роснефть класс открывает много возможностей и для поступления, и просто это профильный класс, который позволяет углубиться в темы, которые мне интересны, в предметы, которые мне интересны. И в отличие от других школ, я могу, правда, изучать то, что хочу. Здесь более быстрое обучение, чем, допустим, в другом технологическом классе. То есть также сессия, которая у нас уже второй раз за год идет. 8 дней, 4 дня физики, 4 дня математики. И во время сессии мы больше углубляемся в математику или физику. Ежегодно к школьникам приезжают высококвалифицированные наставники. Два раза в год московские преподаватели проводят мини-сессии, тем самым подготавливая ребят к предстоящим госэкзаменам и поступлению. 20 и 15. Ну, на самом деле, получается, что комбинаций немного, можно было бы и все выписать. Но пусть, допустим, с многоточием. Вот это называется полный перебор. Средний уровень школьников, в принципе, неплохой. Связано это в первую очередь с тем, что все-таки в Роснефть класс есть отбор, в отличие от большинства обычных классов, обычных школ. Поэтому средний уровень хороший. Потенциал, конечно же, есть. Я езжу уже сюда не первый, не второй год, уже лет 7, по-моему. Были результаты у нас и за 90 на протяжении этих лет по ЕГЭ, по математике, что является очень высоким результатом и является единичными случаями на весь город. За это время окончили школу и продолжили свое обучение по программе «Школа, вуз, предприятие» около 150 выпускников. Некоторые из них уже работают в Роспан Интернешнл. В этом году мы уже начали прием заявлений для поступления в Роснефть-класс. Подать заявление можно как лично прийти и написать в школе заявление, так и через сайт школы. На сайте школы, третьей школы, в разделе «Проекты» подкреплено и заявление, которое можно скачать и отправить на сайт школы. Третья школа всегда рада принять у себя и новичков из других учебных заведений города. С каждым годом их число только растет. Так, на одно место приходится 2 ученика, а по стандарту Роснефть-класс рассчитан на 25 школьников. Успейте воспользоваться возможностью. Заявки принимаются до 8 апреля. Любовь Ломака, Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.